Приветствую всех на моем канале, и сразу насущный вопрос. В связи с тем, что мои видеоролики с прохождением игры Assassin's Creed Изгой не особо просматриваются, то у меня такой вопрос. Стоит ли дальше снимать эти видеоролики и выкладывать их в YouTube? Если да, и вы хотите их посмотреть, то просто поставьте палец вверх под этим видео и можете написать что-то в комментариях. Ваше мнение о моих роликах и какие-то пожелания. Всем спасибо. Приятного просмотра. Я рассчитывал на тебя, Шейн. В атаку! Ты умрешь как предатель. Решаете, какой город разрушить дальше? Все же, Шейн. Ты предал братство, Ахиллеса и меня. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни! Это борьба за власть! Все, хватит!